Так, добрый день. Сегодня у нас распаковка. Заказал нож для этой вот бритвы. Она мне в свое время упала. Я склеил, но все равно он как-то вот некачественно постригала. Поэтому я решил заказать. 300 рублей заплатил. Доставили с деком. Вот. Пожалуйста, дзек с деком. Как-то оно не очень быстро шло, но время не постригался. Посмотрим, что тут. Что он из себя представляет? Так. То есть это реально только нож. Так. Очень хорошо упаковано. В пупырках. Так, и так. Вот, пожалуйста, промасленное все красивенько. Сейчас сравним, что здесь. Вот здесь уже запачкано, но это не проблема чистить. Ну, в принципе, одинаково, практически. Но я думаю, лучше новым ножом воспользуюсь. Так, сейчас я его... Это к вопросу тем, кто спрашивал насчет этой бритвы. Что делать, если там пружинки нет? Это когда сломается. Все. Работает отлично. Сегодня я испытаю и скажу, что. Так, я испытал. Стрижет отлично, как в нулевой, как у меня до этого было, до ремонта. Вот я его специально предположил сюда. Я раскрыл, кстати, потом, перед тем, как постригаться. Этот конвертик, там была еще вот такая тряпочка в подарок с их знаком каким-то. Вот, так что если у кого сломалось, не надо горчаться, не надо покупать новую, можно просто заменить. 300 рублей стоит это удовольствие, как я полагаю, покупается за одну стрижку. Сейчас постричься стоит примерно столько же. Вот, пожалуйста. Бритвой это пользуюсь 3 года, если не больше, года 4 уже, 4-й год пошел. Заряжал только 3 раза, хотя постригаюсь я практически раз, 1-2 раза в месяц, плюс дети, бороду. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, впереди еще куча распаковок. Единственное, что не понравилось, что... хотя с деком может быть и неплохо, на дом принесли вот товар этот. Позвонили, договорились на определенное время, принесли доставкой на дом. Вполне удобно. Хотя, если бы, все равно стоит стоимость ходит. Почта, мне кажется, было бы дешевле. Уже 300 рублей, 200. Или, может, еще, я не знаю, почему они так.